Дорогие друзья, всем привет! С вами передача «Покашеварим» и Виталька ведущий. Сегодня мы сделаем блюдо, которого у меня на канале, к сожалению, нет, и необходимо исправлять это несправедливо. Сегодня я покажу вам, как приготовить ризотто с грибами. Ризотто – это классика итальянской кухни наравне с пастой или пиццей. Поэтому в этом рецепте используются поистине итальянские продукты. Итальянский рис арборио и пармиджано риджано. Сыр пармезан, другими словами. Для приготовления моего ризотто я беру вот чего. Рис арборио где-то 300 грамм я возьму. Почему именно арборио? Потому что это настоящий итальянский рис, который отличается от всех остальных сортов риса своей клейкостью. То есть в нем очень много крахмала. Можно найти, конечно, более понтовые, более итальянские и подходящие сорта риса для ризотто. Но арборио замечательно подходит. И в России его купить гораздо проще, чем все остальные. Поэтому давайте и будем им пользоваться. Лесные грибы, которые хотелось бы, чтобы были свежими, но сейчас зима, поэтому у меня только замороженные грибы, я их предварительно разморозил. Небольшой кусочек итальянского пармезана настоящего, не надо его менять на какой-нибудь алтайский пармезан или какой-нибудь литовский джугас, вкус будет не тот, возьмите настоящий. Одна луковица, один зубчик чеснока, немного сливочного масла, сухое белое вино, не обязательно дорогое, можно каким-нибудь бюджетным вариантом воспользоваться. Соль и примерно миллилитр 800-литр бульона куриного, который заранее лучше приготовить. Сначала, значит, займемся грибами. Грибы после разморозки выделили вот такую жидкость, которую надо слить, но не выкидывать. Мы ее смешаем вместе с куриным бульоном. В сковородке разогреваем оливковое масло и обжариваем в нем грибы до готовности, примерно минут 10. Пожаренные грибы оставляем куда-нибудь отдельно, главное их накрыть чем-нибудь, чтобы они не остывали. Понадобятся они нам уже в самом конце приготовления, когда мы их добавим в почти готовое ризотто. В это время ставим на медленный огонь нагреваться наш бульон, потому что нам он нужен будет горячий. Лук и чеснок достаточно мелко нарезаем. Обжариваем минут 7 лук с чесноком. В эту же кастрюльку добавляем рис и готовим 2 минуты, помешивая. Вливаем миллилитров 50-60 белого сухого вина и готовим еще 2 минуты. Как вы помните, мы поставили нагреваться бульон. Вот он у нас и нагрелся наконец-то. И нам к нему надо добавить жидкость от грибов. Вливаем один половничек получившейся жидкости к нашему рису. Готовим, помешивая, пока вся жидкость не впитается. Когда вся жидкость впиталась, добавляем еще один половничек нашего бульона. И так поступаем на протяжении 20 минут. Снимаем почти готовое ризотто с огня. Теперь самый вкусный и заключительный этап. К нашему рису добавляем грибы, перемешиваем и оставляем постоять на 3 минутки. И
И уже совсем-совсем заключительный этап. Добавляем немного сливочного масла к нашему ризотто и пармезан. Все перемешиваем и подаем на стол. Вот и готов наш ризотто с насыщенным грибным вкусом. С вами была передача «Покашеварим», я ее ведущий Виталий. Всем пока, до новых встреч!